Сегодня в Емельяновском районе казаки Енисейского казачьего войска совместно с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Это ежегодное мероприятие, которое проводят в рамках профилактической операции «МАК». В основном борьба с растениями ведется с использованием гербицидов, но химический метод можно применять только на полях, находящихся далеко от населенных пунктов. Очаги же, которые обнаруживают в непосредственной близости от городов и поселков, уничтожают вручную. Скашивают, выкорчевывают и сжигают. Всего же за 2015 год на территории Красноярского края было уничтожено более 2000 гектар наркосодержащих растений. Большая часть таких плантаций – это заброшенные поля. Но сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков предупреждают, что пользователи земли и землевладельцы обязаны самостоятельно ликвидировать коноплю на своих участках.